В преддверии Нового года коллектив Дворца детско-юношеского творчества организовал благотворительную фотосессию для многодетных семей. Съемки шли всю предпраздничную неделю. Больше 10 семей погрузились в атмосферу предновогоднего волшебства. Вырваться из круговорота бытовых забот и собраться всей семьей в спокойной обстановке для зимней фотосессии. Тем более, что интерьер готов, а собственная камера не потребуется. Надо лишь найти немного времени. Новый год – это когда все радуются, все семьи собираются и празднуют Новый год. Всем детям нравятся мандарины, когда на столе. Наряженная ель, приятная музыка, ароматические свечи и новогодняя атрибутика. По желанию можно примерить любой карнавальный образ. От принцессы до гномика, сыграть небольшое театральное действие. Аксессуары и костюмы для фотостудии подготовили педагоги-кружковцы. Все фотографии обрабатываются, их получается даже больше хороших снимков, чем даже мы предполагали, потому что семей бывает, детей бывает много, и они все такие интересные, яркие, красивые. Вот была семья, у них семеро было деток, и, конечно же, тут между ними происходит очень много чего интересного, и хочется это запечатлеть. Сестрички Маша и Даша легко освоились на пушистом ковре с игрушками. Маленький Саша сначала испугался. Но новогодняя атмосфера все-таки растопила недоверие малыша, и семейное фото удалось. Отретушированные снимки отправят на электронную почту или запишут на флешку, чтобы мгновения праздника остались на долгую память. Здесь такие бусинки, елка красивая очень, очень здесь нравится. Подарки будто настоящие. Вот когда я увидела эти шарики, и мне очень понравилось, будто хотелось прям взять их в руки. Спасибо большое, что пригласили нас на съемку, очень понравилось, все так красиво. За неделю больше 10 многодетных семей поочередно заглянули в сказочную студию. Все карантинные меры при этом соблюдались. Сотрудники детского дома творчества тоже довольны результатом фотоволонтерства. Удалось подарить счастливый миг праздника тем, кто больше всего в этом нуждается. Жанна Настас, Валерий Усвайская, Дмитрий Украинец, Бендерское телевидение.